Караганда оказалась во власти стихии. В области введено ограничение движения по всем направлениям для всех видов автотранспорта. Непрекращающийся буран и сильные порывы ветра существенно осложнили ситуацию на дорогах угольной столицы. Видимость на трассах составляет всего 2-3 метра. Отсюда пробки на дорогах и большое количество дорожно-транспортных происшествий. Одно из крупных случилось на въезде в Пришахтинск. Здесь столкнулись два легковых автомобиля и автобус. Жертв и пострадавших нет. А эта авария произошла на трассе в районе Голубых прудов. Участниками столкновения также стали пассажирский транспорт и легковушка. И я, получается, с крайней левой, с крайней правой перестраиваюсь. При такой видимости ничего не вижу, просто-напросто влезаю. Между тем, Карагандинский центр гидрометеорологии объявил о штормовом предупреждении. 23 и 24 января ожидается метель, сильный ветер до 15-20 метров в секунду. Карагандинцев в период ухудшения погодных условий и гололедицы рекомендуется ограничить передвижение по городу и быть предельно внимательными. Автовладельцам необходимо максимально ограничивать скорость движения, особенно при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, воздержаться от совершения необоснованных маневров.